Здравствуйте, дорогие деситы. Я хотел сказать вам добрый вечер. К сожалению, у нас продолжаются истории с физическим устранением политически неугодных людей. Умерла Екатерина Гандзюк в Херсоне, одна из самых ярких политических лидеров. Убита была жесточайшим образом. Смерть была мучительной. Молодая женщина, 32 года. Я хотел бы сегодня поговорить с моим гостем на ту тему, почему, по каким критериям делается выбор для новых и новых терактов, почему страдают или жертвами становятся люди, которые находятся в определенной конфронтации с действующей властью. Обо всем об этом мы сегодня попытаемся поговорить с Павлом Паламарчуком, политическим лидером Демальянс. Здравствуйте. В данном случае меня интересует скорее его жизненная позиция, чем, собственно, политическая карьера, хотя это один из самых наиболее, как бы, наших перспективных молодых политиков. Тем не менее, хотелось, Паша, спросить, как так случилось, что выбор пал именно на Катю Гандзюк? Ну, я не могу сказать, как так, если мы не рассматриваем эту ситуацию с конспирологической точки зрения, потому что версии есть разные. Mm-hmm. Основная версия следствия, по которой уже установлены заказчики. Давайте я сначала расскажу немного хронологию. Mm-hmm. То есть нападение состоялось 31 июля. Я могу сказать, что просто чтобы зрители умерла понимали. Она умерла позавчера. Смотрите, нападение состоялось 31 июля. То есть ситуация длится это квартал. 2 августа в Одессе на двух общественных деятелей, которые критикуют городскую власть и занимаются расследованиями, было совершено нападение, в их легковой автомобиль въехал КамАЗ. Угу. Это представители Народного руха Украины, которые критикуют власть и занимаются предметом расследования. Оба известные люди. В том числе, да, Кузыкони и Козьма, которые занимаются расследованием, в том числе по военному аэропорту и строительству определенного торгового центра. Я могу сказать, что 1 числа, вот между этими днями, в Одессе против одного активиста тоже были действия там определенные, просто они не попали по разным причинам в эфир и не попадут, скорее всего, уже. Понимаете, да? То есть можно рассматривать это как с точки зрения системного террора против демократического проукраинского сопротивления. И выбирает людей медийно уже состоявшихся. На юге Украины. Получается, но это конспирологическая теория. Вот вернемся как бы к тому, что установлено следствием. Следствием установлено 5 исполнителей, как известно из юридической науки, основы юридической науки, преступление раскрыто, как на мотиве заказчик. То есть исполнители, то есть человек, который непосредственно обливал Катерину кислотой и так далее и тому подобное, они не сказали, кто был исполнителем. Они задержаны? Конечно, они все там, один в СИЗО, СБУ, даже еще мы, поскольку, слава богу, у нас сейчас не 2013 год и даже там не 2009, у нас есть депутаты Верховной Рады, есть небольшая, но проевропейская оппозиция к этой власти, и есть инструменты задействования и медийных, спасибо, что позвали в эфир, и это единственная наша защита, максимальная публичность в такой ситуации. Единственный наш шанс быть полезным демократическому движение в Украине. Один из немногих наших шансов. К сожалению, у нас очень ограничен именно медийный ресурс. У нас малая осведомленность населения о том, что происходит. Да, вообще, может быть, просто объяснить, опять же, зрителям, что такое общественный активист, громадская деятельность и так далее. У нас негативный постоянно флер по этому поводу, потому что активисты бывают разные, мы тоже видим их там в разных хозяйственных конфликтах и так далее и тому подобное. Катерина один из немногих активистов, которые реально в Херсоне преследовала общественный интерес и отстаивала общественный интерес, работая пробоно. Она из того, что я с ней один раз был знаком на одном из мероприятий, виделся там тренинги и так далее, но из того, что я слышал от ее друзей и так далее, и мы видели в соцсетях, она не очень богато живает, но она не стеснялась в выражениях, она очень резко критиковала местную областную власть и представителей оппозиционного блока и пострегиональных партий, назову их так. При этом, в частности, блок Петра Порошенко. В том числе блок Петра Порошенко. Там был конфликт. Она была радником мэра города Херсона, и при этом на нее были возложены обязанности управделами. Это такая сугубо техническая, скажем так, должность, но она на острие различных коммуникаций, то есть у нее была возможность влиять, и когда сейчас говорят, что она чиновница или активистка. То есть она на самом деле рвалась делать политическую карьеру? Не сказал бы, нет.
Это инструмент. Смотрите, ты же не можешь, ну, занимаясь там различными направлениями общественной деятельности и так далее, то есть ну, там, общество нуждается в защите зеленых насаждений, там, какой-то социальной помощи и так далее. Ты коммуницируешь с властью. Это наша власть. Мы вышли на Майдан, мы привели эту власть. Пусть она плохая, она наша. И это наша власть. Пусть у меня, ну, кроме там разных моментов, у меня нет претензий к главе нашей областной государственной администрации, он коммуницирует. Любому общественнику, который придет к нему с конкретными предложениями, он тут же предложит какую-то легализацию. Убедился на это как бы, ну, на приеме, на примере ну, известного, там, он как бы даже не активист, он поддерживает интернаты в Одесской области, парень, и вот ему предложили там быть советником. Известному волонтеру Екатерине Нажевниковой из корпорации «Монстров» неоднократно предлагали и так далее. К чему это я веду? Это наша власть. То, что мы с ней коммуницируем, это не как бы, это не повод, во-первых, опорочить, а во-вторых, это не возможность сделать политическую карьеру. Если ты оппозиция или оппозиционный, тебе это клеймо только на то, что ты сотрудничал с властью, и не все как бы праворадикальные там наши друзья, не все это воспринимают, скажем так. Я боюсь, что истинные карьеристы себя так не ведут, тут, ну, все более-менее понятно. Истинные карьеристы еще в 15-16 годах зашли в органы исполнительной власти, и сейчас, да, абсолютно. Это они и есть наша власть. Да, абсолютно. То есть вот это вот формально, еще раз, посада радника, ну, у нас много кто помощники и консультанты народных депутатов Украины, много-то советники и так далее. Это не говорит о том, что рвалась сделать какую-то политическую карьеру. Бог с ними, давайте, да, к существу. Да, просто активный человек, который занимал активную гражданскую позицию и который не мирился с слово такое нельзя произносить в эфире, и ментовским тоже нельзя, с полицейским беспределом. Угу. То есть это она системно занималась описанием различных схем, допустим, рассказывала напрямую в своем блоге в соцсетях, как заступник местного ГУНП. Доит, ну, то есть обелечивает небольшой суммой, но все государственные учреждения, ему все должны 3%. То есть еще раз, вот в Херсонской области, в городе Херсоне, 3% от дохода, от твоей зарплаты, ты, если ты чиновник местного самоуправления или областной государственной администрации, ты должен отдать определенному чину. Все это знают и никогда. Конечно, не... да. И она там в Одессе, кстати, насколько мне известно, в Одесской области, ну, до недавнего времени, по крайней мере, такой практики не было вообще. Uh-huh. Была практика там дойки глав районных государственных администраций при старой власти, но она прекратилась даже в 14-15 годах. Ну, ладно. Получается, и следствие говорит, ну, сейчас как бы, ну, сегодня мы получили большие там политические события, тяжелое заявление генпрокурора об отставке и так далее. Но ведется следствие, еще раз, установлены 5 исполнителей. Генпрокурор господин Луценко, сегодня против него голосовали в Верховной, да, Раде. Да, Верховной Раде. Ну, давайте я тоже расскажу, кто не смотрел, ну, кто сейчас увидит это в вечерних новостях и кто не смотрел прямой эфир Верховной Рады. Вчера еще зашли на Погоджувальну Раду наши общественные активисты, в том числе там был наш Виталий Устименко из Одессы, получается, на которого нападение тоже не расследовано в Одессе, и он получил ножом в бок. Два ножевых ранения в тело, и он тоже находился в больнице около недели. Я сейчас подробнее расскажу об одесских активистах и вот именно о причинах нападений. Да, хочу сказать, что вчера было заседание по ТСК, значит, оппозиционные депутаты и, ну, там, Мустафа Наем, Светлана Залищук, Сотникова Лена самопомощи, еще там депутаты разной самопомощи, Игорь Луценко, то есть это разные представители разных партий и так далее, но это люди, которые поддерживают любые демократические инициативы на местах, скажем так, у нас с ними есть очень тесная коммуникация, они требовали создать ТСК. Они требовали создать ее еще 3 недели назад, тамчасовую следчую комиссию, которая была при Гангадзе в свое время и так далее, которая бы расследовала нападение на Екатерину Гандзюк. Они требовали это еще месяц назад, и 2 месяца назад, вот уже сессионным тижнем, сессионной неделей. Идет забалтывание и перекладывание. Зашло наоборот. Хотели в этот раз, смотрите, у нас же раньше все тамчасовые следчие комиссии были, у нас была президентско-парламентская республика. Сейчас у нас по конституции де юре, я не буду говорить о де факто, у нас парламентско-президентская. Прокурор у нас, Аваков и так далее, они у нас подотчетны перед парламентом. И требование создать временную следственную комиссию, оно абсолютно легитимно, абсолютно правомочно. Вчера добились этого требования и сегодня вышли в сессионный зал. Сегодня, что случилось вчера еще? Вчера в, из
известном СМИ, ну, в известном телеграм-канале, который читают журналисты, две киевские, как сказать, журналистки с именем, ну, они широко известны в узких кругах, но это журналистки с бездоганной репутацией, реально. Это mm-hmm. Татьяна Николаенко, которая раньше была в «Украинской правде», сейчас в «Инсайдере», и... Значит, ее коллега, они опубликовали данные следствия о том, что нам это было известно, ну вот мы там в разных чатах и различных каналах коммуникации пребываем, нам это, честно говоря, хочу сказать, было известно несколько дней до этого, вся эта информация, кто заказал Екатерину Гандзюк. Вот мы задавали этот вопрос 3 месяца. Эти люди, которые заказали, сегодня на свободе? Абсолютно, да. Так смотрите, что говорилось в этой статье. Эта статья появилась вчера. Эта статья говорила, что деньги заказчику, я не буду уточнять, там заказчики представляют нас точно организации и так далее, ну я думаю, что в СМИ можно найти спокойно информацию по этому поводу, зайти на ту же «Украинскую правду», прочитать различные, огромное количество статей по поводу Екатерины Гандзюк. Значит, исполнителю, это была группа исполнителей, у них был, ну, как бы главный в этой группе, ему деньги за этот заказ передавал помощник нардепа от БПП. Нардеп от БПП описывается местной херсонской элитой, эстеблишментом местным, политическим, как смотрящий от власти за правоохранительными органами. У нас в Одесской области тоже тут был чиновник, которого недавно так описывали. До этого был, вот сейчас уже, до этого был там, когда-то там в 14-х годах, там, не так даже скажу, у нас губернатор Немировский, глава области, который ушел, он прямо в интервью «Новой газете» сказал, что небезызвестный господин Дубовой был когда-то смотрящим и так далее. То есть это такая как бы, ну, неформальная вот такая вот легализация людей, которые занимаются коммуникацией, назовут так очень лояльно, с правоохранительными органами. На самом деле контролируют процессы. Сейчас они все заточены на выборы. И того человека, который у нас был смотрящим, как говорили, от власти в Одесском регионе, его перевели работать сейчас губернатором Киевской области с единственным, тут я крайне информированный человек, с единственной задачей обеспечить выборы президента и обеспечить Петру Алексеевичу большинство. Ну, кажется, мы с такими методами не согласны. Мы с такими методами не согласны. Ну, единственное, хочу сказать, как бы мы ни критиковали власть, к чести Петра Порошенко, он умеет держать лицо. Я смотрел сегодня его выступление. Это я только оцениваю его умение держать лицо. Я, по сути, не комментирую. Ну, хотя могу прокомментировать. То есть, он сегодня на встрече с молодежью заявил, что это было убийство. Он там наголосил в очередной раз, надо расследовать, но мы ни единственному слову не верим. Когда мы к нему приходили, изначально была акция после того, как расстреляли Олега Михайлика здесь, стреляли в Олега Михайлика, значит, мы приходили под Банковую, делали акцию «Ночь на Банковой», тогда президент пребывал в Генеральной Ассамблее ООН, в Нью-Йорке и так далее, и поводом для этой акции, то есть причин масса, в том числе одесские нападения и так далее, поводом случилось то, что случилось с Олегом Михайликом. Честно скажу, я в ту ночь общался с врачами, представителями департамента, вот именно ночью и так далее, получается, никто не ожидал, что он доживет до утра, и Олегу реально очень сильно повезло в плане здоровья, что он выжил. Просто чтобы вы понимали серьезность происходящего. То есть это не просто пырнули там какого-то Устименко, не просто напали на какого-то там Стерненко, не просто побили под Павлою, или побили под Долянку, или заехали машиной в Кузыкне и так далее. То есть Олег Михайлик чудом выжил, скажем так. И получается, что у нас 90-е возвращаются. Мы в Одессе, вот вы опыт очень человек. Мы пережили здесь противостояние главы областной государственной администрации и мэра. Не будем вспоминать эти времена, но замурованного в гараже начальника юридического управления, убитого Бориса Деревянко, найденного, ну вы понимаете, да, вот, все это мы пережили. Вы только что говорили конкретно о Сергее, да? Да, конечно, Варламин, получается, и, ну, то есть что, мы возвращаемся опять в эти времена? Ну, зачем был Майдан? Мы думаем, что власть нас должна защитить. Я думаю, что эта власть просто так полномочий не сложит и будет драться за свои привилегии любыми доступными ей средствами. Вы сейчас видите, что она, что называется, на все готова. Да, она будет заниматься демагогией, она будет спихивать организацию этих актов на другие партии или выгонять из своей кого-то, но они будут на всем этом пытаться заставить людей
или бояться, или не приходить на выборы, или голосовать как надо. Конечно. И в этом смысле они за ценой не постоят, и ценой этой будут человеческие жизни. Да, но надо остановиться в этом, иначе мы, еще раз, вот Юрий Витальевич, который развивает конспирологические теории, что Москва заинтересована в дестабилизации на юге Украины и так далее, так докажите, ты генпрокурор, твой друг по коалиции, друг не друг, это ваши проблемы, Аваков, глава МВД, докажите, проведите следствие. Следствие проводится из-под палки. По той же Катерине Гандзюк, чтобы понимать, это же система, еще раз. То есть пока ты не устроишь гучной скандал. Вот я лично после нападения на мою хорошую знакомую и реального общественного активиста Зеленого Светлану Подпалую лично проводил митинг у областной государственной администрации. Мне потом рассказывали разные люди, спрашивали, кто тебе заказал Максим, все это чушь собачья. Побили мою знакомую, реального честного активиста. Я не хотел, чтобы случилось это со мной или с другими нашими, плюс там еще... Дениса Плаксиенко в тот же момент побили, на Лилию Леонидову наезжали депутата городского совета. Были разные сигналы. Мы провели акцию. Мы пришли просить представителя государственной власти в регионе Максима Владимировича Степанова о защите. Точно так же мы приходили на Банковую к Петру Алексеевичу. Тогда он был в Нью-Йорке, но ничего ему не мешало. Приехал в Украине встретиться и провести честный диалог, даже за закрытыми дверями. Это не делается. Из чего мы делаем выводы? Что власть заинтересована в таком сценарии. А еще важно, чтобы зритель понимал, когда мы говорим о общественных активистах, реальных, также вот, ну, на примере, там, допустим, Светланы Подпаловой и Виталия Устименко я возьму. Они, ну, опять же, громадская деятельность, она разная бывает. Ну, вот я Светлана. Светлана занимается лоббированием зеленых зон, чтобы у нас хоть, ну, там, на Французском бульваре, чтобы как раз пилили деревья под второе полотно. Парк юбилейный. Да, и так далее. То есть это реальный экологический активист, который там замирает каждое дерево в городе и так далее, чтобы всем нам, одесситам, лучше дышалось. Мать нескольких трех детей, по-моему. Да, конечно. Светлана мать трех детей и так далее. Виталий занимался и занимается больше всего... Это пляжным строительством. У нас, как известно... На Лонжероне прокурор строит... Коробка, строится. Да. И, кстати, Виталий добился... Затмевает два шара, они ему уже мешают. Да. Добился отставки, плюс сейчас на отраде выделили опять кусок земли. Все это происходит с утра до вечера. Но по закону Украины, 88-я статья Водного кодекса Украины, любое капитальное строительство в 100 метрах от кромки воды, там даже не кромка воды, ну условно, получается, оно запрещено. То есть господину прокурору придется отказаться от этой стройки? Уже... Это они уволили коробка из Генеральной прокуратуры, но заведение, которое, ну, я не буду просто в эфире произносить, которое, о котором мы говорим, оно осталось. И сейчас две новые стройки идут. Мы знаем, одна известная многоэтажка, которая у нас стоит, которая, как, что там был, сиротский комплекс? На 9-й станции был маленький одноэтажный, отель. Очень уютный, не отель. Это было вулочная который станция. Вырос замок, да? Замок Гарри Поттера, да. То есть это как бы, ну, происходит с утра до вечера. Получается, я к чему веду. Во всех этих случаях, мы же сейчас о замке Гарри Поттера говорили, правильно? Нет, я сейчас говорил как раз о том, что от него направо. Там девятиэтажка выросла на месте. Выросла. Так и недострой, который по спуску от Французского бульвара. Это перечислять можно все. Очень, ну, еще раз, но все это запрещено. К чему это все веду? Почему я привел примеры под Павлой и Устименко? Эти люди, в том числе я в тех сферах, в которых я занимаюсь, мы отстаиваем государственный общественный интерес. Государство не может отстоять норму закона, чтобы не строилось. Государство... Потому что сами заинтересованы, конечно. Просто чтобы, ну, опять же, ну, вот у нас различные там наблюдатели, комментаторы, и особенно это было во времена звучиной Влады, они очень хотели так приклеить к лейблу активист, это какой-то там проплаченный тетушка и так далее и тому подобное. После Майдана реально изменилось сознание многих людей. Многие Паша, там, я да. прошу прощения, время как бы истекло совершенно. У меня к вам простой вопрос. Мы рядовые одесситы. Что и когда должны делать, чтобы это не продолжалось и не повторилось? Есть конкретные акции, в ближайшие дни надо прийти и остановить это безобразие. Скажите, где и когда нам нужно прийти, чтобы это сделать? Кстати, в ближайшее время акции, которые именно будут направлены в защиту общественных активистов, их не будет, потому что ситуация уже вышла в медийное всеукраинское поле, но мы приближаемся к годовщине Майдана. Я точно знаю, и идет планирование уже. 17 числа будет большая акция. Ноября, конечно. В день пятилетней годовщины Майдана. Будет акция на Майдане. И я не исключаю. Я пока не знаю деталей, потому что все вовлечены в плачевную ситуацию с Екатериной, с похоронами, со всем, вот, что происходит адом вокруг нас. И поэтому я не знаю деталей. Но, скорее всего, подобное мероприятие будет проводиться в Одессе. Спасибо. Уважаемые наши сограждане и земляки.
Катя Гандзюк — это не единственный пример. Совершенно это не человек, который отдал свою жизнь за будущее нашей страны. Этот человек не собирался отдавать свою жизнь. Она этой жизнью жила, ее ценили, ее уже нету. Она погибла от рук тех, которые хотят вас всех, и меня, и нас в том числе, запугать. Им это не удастся. Пожалуйста, принимайте активное участие в акциях протеста против бессмысленного, жесточайшего и, главное, абсолютно никуда не ведущего террора по отношению к гражданским активистам, по отношению к нашим общественникам. Эти ребята и эти девчата, их всего-то 25-30 человек сегодня, ведут неравную борьбу за будущее Украины, за будущее Одессы. Я хотел бы, чтобы мы, миллионный город, встали на защиту наших активистов. Спасибо, что были у нас в эфире. Спасибо. Павел Паламарчук. Всего доброго. До свидания. До свидания.